керівника нашої районної державної адміністрації. Також хочу передати привітання від нашого міського голови Івана Федорова з вашим професійним святом. А теперь немножко от себя. Я знаю, что каждый из вас, да, человек, который приобретал профессию, профессия юриста, она очень непроста. И на сегодня это защита, наверное, каждого человека. Да? Но ваша должность, которая именно в державной исполнительной службе, вы на передовой. Вы сталкиваетесь с судьбами людей, вы принимаете, пропускаете их через себя, вы живете их проблемами, их наверное, судьбами. Да? Поэтому я вам искренне желаю здоровья, чтобы у вас было тепло и уютно дома, чтобы вы всегда умели находить нужные слова, и чтобы жители нашего города были благодарны вам за ваш труд. Ну